всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сок Яблочный, Киллер, Оптик, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Всем привет. Здоровчик. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем играть очень жестокую войну, пацаны будут защищать свою базу, а я буду пытаться взорвать чпоньк. Если опять кушайте, приятного аппетита. Пацаны могут использовать технику, пацаны могут использовать самолеты, вертолеты против этого классного робота. Пацаны, у меня 5000 жизней. Я уже к вам выдвигаюсь, потихоньку иду. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И можете посмотреть сами, мы записываем очень классные режимы. Так, давайте немножко посмотрим карту. А карта заключается в том, что мы очень маленькие, находимся в большой комнате. Я уже слышу, кто-то там передвигается. Чтобы было по-честному, я бомбу не буду кидать на вашу ракету. Надо мне будет подойти прям близко и только тогда ее запустить. Окей. Так, как-то старовать мы залетим сюда, потому что я не могу подняться на эти лестницы. Мы танками ездим. Тебя да, давай, давай. Я же ищу вас. Вижу, вижу, вижу. А мы тебя нет. А вы сейчас увидите. Ща будет мясо. О, я вижу, летят пацаны. А ты где? Ой, я рядом, ой, я рядом. Прощай. Нет, не прощай. Прощай. Ой, кто ты? Живой, 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 сейчас мы тебя выловим. Где ты там? Поставь определение. Я его не вижу. Откуда ты стреляешь? Димас, ваш на. Вот ты, вот ты. Нет, нет, нет. Ну, блин, рядом бомба, не могу попасть. Да что ж такое? На. Я прям в голову тебе бомбы попал. Так, мне это нравится. Где такси? Карта. Здравствуйте, вон сзади вас. Я его вижу. Ой-ой-ой, ракетница пошла. Откуда? Как? Снайп. Нет. Уничтожил, уничтожил. Нет, не уничтожил, я жив. Машина твоя кувыркается, сальтухи крутит. Я вижу. Бум. Попробуй попасть, как-то. Я жив еще, я жив. Ого, я вижу, по мне идут. Кстати, у меня мало жизней. А чем вы стреляли? Снайпер. Я танком. Так. А вы меня что, видите? Я быстрый. Эй! Нет, ты маленький, я тут не вижу. Отвали! Где ты там? Вон он его видит. На, покушай. Держка. Это было мощно. Привет. Здравствуйте, ваше Яндекс.Такси требует через 5 минут. Ожидайте. Слышишь? Блин. Да на тебе. Я уже ближе, я уже вижу ракету. Нет, страшно. Я обойду немножко. Иду, не ссыте, пацаны. Давайте попробуем на пролом в этот. Вот эта волна. Иду просто на пролом запускать ракету. Вы такие маленькие по сравнению со мной. Здравствуйте, Малей. Ого, ты сгорел! Конец с нами. Я псих. Да, кто не с нами, тот против нас. Я иду. О, ракета взорвалась! Ура! Это жесть! Получается, я этот раунд затащил, пацаны, так как вы ракету взорвали сами. Теперь я хочу. Так, пацаны, три бомбы. Стащи. Плохо, что из вас никто не имеет на вертолетах, самолетах летать. Была вообще эпическая война. Но у нас есть карта, где можно реально на самолетах полетать, она там очень много места. Я иду, я вижу ваши три ракетницы, которые я сейчас уничтожу. А в следующий раз, когда сейчас взорвутся эти бомбы, о, танк. Прощай, танк. Красиво, красиво. Прощается со своим компьютером. Ой, рядом, ой, рядом. Ой, красиво попал. Да что, нифига? Давайте здесь такое нам, а уже маски. Вот молодец, отъехал. Вот молодец. Вот молодец. Идея хорошая, да? Там по мосту чувак бежит, я его кидаю бомбы по нему. Иди сюда, слышишь? Но! Блин, так мне нравится прикольно воевать. На! Блин, все, я понял, это танк меня так убивает. Это реально мощный танк.
Пацаны, знаете что? Я, чтобы ускорить процесс, я сейчас зайду на самую высокую горку, попробую кинуть бомбу. Попытаюсь кинуть бомбу прямо в ваши ракетницы. Потому что чувствую, будете вы меня мочить очень жестко. Я не могу найти эту горку. Вижу отсюда ракетницы. Так, попробуем докинуть. Ну все большие. На. Мне кажется, не долетит. Сам минус, что просто стреляет. Один такой. Нормально, пацаны. О, отсюда будет видно. Летит. Бум. Класс. Попал? Почти, прям рядышком пролетел. Бум. Ты из-за елки стоишь, не можешь попасть. Ха-ха, я специально так встал. Блин, прикольная война на расстоянии, мне нравится. Я до ракет сейчас, ребята, достаю уже до ракет потихоньку. Подхожу. Димас говорит, такая война с расстояния, это классно. А если подойду? На, между вами. Ух ты! Заразится коронавирусом. Да, ё-моё. Нифига себе, вы жахнули. Ого. Прикольно взорвалось. Так, пацаны, я еще к вам иду. Сейчас сделаем по-другому. Почему здесь бомбы? Бомб жахнули. Так, давайте вот так сделаем. Прям по мне жахнуло, но я... Ух, баба. Нормально. Что-то. Пацаны, знаете, что сейчас сделаю? По-другому немножко. Я вижу, что я... Это вообще в наглую. На! Пацаны. О, победа. Пацаны, да вы задрали! Ракеты ваши активировались! Нет! Да, полетела одна! Бум, надо отлететь! И эти оторвали! Ой-ой-ой, куда полетела она? Вот это красота! Офигеть, вашу базу реально взорвало всю. Все, пацаны, бомба заспамнена. Это 6 бомб в одной. А Димас такой, ему это на руку. Блин, я бегу, в меня ракеты летят. Ракеты летят, в конце карты. А он будет попасть надалеке, он боится нас, да? Да, конечно, боюсь, вы меня убиваете сразу. Красиво. Уголок зажался. И... Красиво бомбы летят мои? Офигенно. По голове прям красота. Они рядом прям пролетают, аккуратнее. Опять ты на мосту? А ну иди сюда. Нормально жахнуло? Это называется полиция. А ну иди сюда, за елками прячься, щенок. Блин. На, ты. Ты с моста просто улетел. Нет. Умри, нет, в смысле? Что за? Нет. Будете сидеть в братанском суде. Опять убили. Да ты представляешь, что вы творите? Боже мой. Димас, а что это за суд? Это ты по мне стрелял? Это ты по мне стрелял, а я выжил и убил тебя. Я отомстю. Вот это трэш. Бедный танк. Больше танк пострадал, чем я. Кстати, Димас, ты заметил, что там несколько ракет вылетают из тебя, а не одна? А то когда такое? Ты несколько? Ну ты их несколько выбрасываешь, но ты только что выбросил, несколько штук там покувыркалось. Они там несколько раз взрываются. На, взрыва вынесло тебя. Блин, там елка была. Давай, чё, смел? Давай, робота на робота, иди сюда. 366. Бам. Бум, я сейчас до ракеты докину. Ребята, робот почти на базе. Давайте держи оборону. Оборону держи. Ушел, щенок. Угу. А ты куда? Ой, ракета управляемая, нет? Вот это мочилово идет. На, леща. Опять по жопе дали. Их нет, спал. Я живой. А по жопе. Прикольно. Маляйте по нему вон. Да вы меня видите везде, вы задрали, свали. Кто-то вышки, да, там? Виноватый. Нифига себе, ты гасишь меня. Атаку. На, леща. Ой-ой-ой, и себя, и всех вокруг. А чё жалеть это? Так, давайте полетим с этой стороны, попробуем.
столько танков горит. У, я буду гранатками, я буду. Это настоящее это поле битвы у нас, пацаны. Можно С4 взять, но. Ты чё, летающий робот? Я в смысле? Димас, смотри, короче, чекай спину. Сзади кто-нибудь подойдет, тебе С4 заплатит. Я вышел. Оба. Здравствуйте. Мне главное не дать по мне стрелять, просто не дать стрелять, вот и все. Это главная цель моя. Нет, 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 боже, ты меня просто зажал. А на! Да на! Ах вы говно. Хороший кросок, хороший. Давай прыгай, какашка. Прям танкист настоящий. Ты чего-то убил? Пацаны, на вашу базу что-то там летит. Это не на нашу базу, а на твою. Это на твою. О, блин, это моя база! Ой-ой-ой, смотрите, что я там сделал. Нет! Бомбу почти чуть не задела, в смысле? А почему я всех убил? Тут я! Так, подождите, а где ваша база? Вот там, да, ваша база? А ты на нашей базе взорвал все. А Дёша, а чё, бомба не взорвалась, что ли, там мощно? Нет, бомба живая, походу. Я не вижу её. Нет, она взорвалась. Да не может такого быть, она бы так жахнула, что бы это был бы трэш. Вот она падает, смотрите, сейчас вы видите, как она взорвётся. Где? Ой! Нет! Да. А как её взорвать? Проколу тебя. Давайте, взрывайте её, а я буду вдалеке смотреть. Вот как она взрывается. Ой, красота. И гидро, ну а что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.